Утром, когда повисло облако, со мной случился настоящий обморок. Я лежал и думал хорошо чего-нибудь добиться, пройдя от низа до самого верха пробиться. Добился всего, но слишком поздно. Но потом я стал думать о том, серьезно, что вот и все лучше для меня позади. И сердце не так рьяно стучит в моей груди. Я думал о своем отце, он не смог добиться того. Оу! Чего добился я во многом в целом и одного. Но в других делах он добился большего, чем я. Он желал для меня доброго и хорошего. Вокруг него были с моральными ценностями друзья. И было чем гордиться, а сегодня не та семья. Что у нас есть сегодня? Посмотри вокруг себя. Кого защищать и любить, и кто защитит тебя?